Здравствуйте, уважаемые зрители. А не уважаемые, прощайте. Сегодняшний ролик будет посвящен такой важной интересной теме, как то, каким образом использовать пинг с Arduino и с Ethernet Shield. Значит, в интернете есть пару библиотек, ну, может, не пару, конечно, больше. Вот, но, значит, первая из них... Ну, во-первых, она содержит ряд ошибок. Может быть, даже в идеальном случае она и работает. Я даже проверять не стал. Вот. Автор ее вообще поиздевался над людьми, вот, написав класс и переопределив функции скобка для имитации конструктора с параметрами, который на самом деле будет вызывать непосредственно функцию рабочую. Второй код, который более, на мой взгляд, правильный, он паразитировал на первом. Более того, автор его... Наверное, не разобрался, почему так, и поэтому оставил все переопределение, значит, оператора скобок, как было. Ну, потому что, вероятно, не понял, зачем это было сделано, или побоялся переделать. Значит, я не вижу вообще смысла в использовании классов и так далее в данном контексте. Поэтому я написал просто функцию, значит, библиотека ping, в ней всего одна функция. Пинг, который возвращает 32-битное знаковое целое, являющее собой, собственно говоря, время прохождения пакета. Значит, если эта величина больше либо равна нулю, то все хорошо. Если отрицательно, это ошибка. На вход подается параметр socket, либо без параметров таким образом socket будет выбран свободный, если есть. Вот в этом, собственно, и засада. Дальше IP-адрес, количество повторов, которые по умолчанию равно 3, и тайм-аут ожидания пакета, который по умолчанию равен 1 секунде. Собственно, все. Код, который использует эту функцию, эту библиотеку, вот. Значит, с этапе мы инициализируем Ethernet с помощью левого мака. Если нам не удалось получить DHCP-адрес, то, значит, нам дальше делать нечего. Пишем свой локальный IP и в лупе. Значит, перебираем адрес нашего гейтвея, либо 8888 DNS Google. Вот. Пингуем, значит, наш таргет. Если время, которое нам вернула функция ping, меньше нуля, пишем, что ошибка. Иначе пишем, значит, сколько у нас миллисекунд занял отправка пакета. Ждем 5 секунд и продолжаем все это дело. Используется сокет, который выбирается сам. То есть функция ping вызвана без параметра с номером сокета. Так, код загружен. Вот, можно перезагрузку сделать. Ну вот, мы получили адрес, в моем случае это 192.168.1.131, и пошли пинговать Gateway и Google DNS. Как видите, время стабильное, Gateway довольно быстро пингуется, 1-2 миллисекунды. Вот, до Google как бы здесь 7. А из приколов я на работе отлаживался, у меня там Cisco 3750. Очень гулял пинг до Gateway, притом до 20 миллисекунд доходил. До Гугла держался стабильно, но тоже, наверное, в районе 7 миллисекунд. А тут было там и 4, и 10, и 16, 18, 24. Вот. Ну, короче, такой прикол. Здесь у меня роутер, понятно, домашний. Вот, и я нахожусь совсем всем рядом, нагрузки на нем нет, и все такое. Вот, использовать это можно, значит, как угодно. То есть, например, если у вас вы подключите роутер через реле, которым управляет Arduino, и пингуете 8888, например, при потере пинга в течение минуты, вы можете дать инициализировать реле перезагрузку роутера, ну или какие-то другие вещи, которыми можно пользоваться. То есть вам нужна всего лишь пинг-каш и пинг-CPP и, соответственно, использование его. Кому интересно, посмотрите код. Код, на самом деле, я на него потратил неделю. Есть большая проблема с V5100, с Ethernet Shield. На нем 4 сокета всего, на 5500 8 сокетов. Вот. И проблема в том, что, значит, существует ошибка.
если сокет был использован для TCP с другим адресом, а потом мы пытаемся на этом сокете UDP либо ICMP, ну как в пинге поднять, IP roll, так называемый, сырой IP, то ARP-запрос по новому адресу не выполняется. То есть IP-адрес у нас в сокете будет тот, который мы указали, а MAC-адрес не будет правильным, он будет от предыдущего IP-шника, который использовался для TCP общения. И поэтому пинг-то мы сделаем, но не туда, а ожидать результат мы можем сколько угодно, поскольку то, от кого мы ждем результата, пинг не получил и отдавать его не собирается. Вот. На попытку найти костыль для этого, это проблема аппаратная, как бы ее никак решить нельзя. Она не связана с библиотекой Ethernet, ну, которая входит в состав Arduino. Вот. Она связана с проблемой именно в самом V5100ЧП. Более того, если мы посмотрим errata, то признаются три ошибки. Одна проблема, значит, при отправке UDP или IP-RAW, это не наш клиент. Вот. И две проблемы признаются в ARP-кэше. Вот. Значит, как решение предлагается маску в ноль превратить до момента непосредственно коннекта либо сенда для UDP. Вот. Это на самом деле бред. Я так делал. Значит, в локальной сети все работает. Как только адрес у нас внешний, до свидания. Вот. На гейтвей адрес не уйдет. Поэтому, как бы, ну, это, во-первых, не совсем та ошибка, которая у нас возникает. Вот. При том, что на форумах им много лет назад уже написали про эту проблему, они ее, как бы, ну, вероятно, обойти не могут, поэтому и не признают. Но она есть. Каким образом, значит, ее можно решить? Ну, например, можно принудительно использовать какой-то конкретный сокет, желательно не нулевой, например, последний. И закрывать его неважно, открыт он был или нет, поскольку, как бы, пинги, ну, возможно, важная часть кода. Вот. То есть, смотрите. Значит, если мы возьмем код самого пинга. Вот, сокет. Если на вход передана константа maxsocnum, означающая количество сокетов, равно 4 для V5100 и 8 для V5500, то, соответственно, мы будем искать свободный сокет. И вот вызывается функция getFreeSocket, которая у нас, соответственно, перебирает сокеты и находит закрытый сокет, первый попавшийся, либо сокет, ожидающий закрытия. Вот. Если ничего не удалось найти, все сокеты заняты, открыты, то, соответственно, функция вернет минус 2, и пингов у нас не будет. Вот. Это плохо, поскольку если, ну, реально пинг важен для вашего приложения, то так, в общем-то, поступать не стоит. Вот. И давайте теперь посмотрим какое-нибудь реальное применение этого дела. Итак, это у нас мега, на ней стоит Ethernet Shield, и Sketch является модификацией умного реле с поддержкой RFID-ридера, кнопок, ну и здесь DS18B20 до 4 штук. Вот, соответственно, веб-морды и все прочего. Значит, если вам не нужен RFID, то вы на файле закомментируете define userfid. Если не нужен DS1820, то закомментируйте define вот этот. То есть код локализован, можно выделить куски, только оставить, соответственно, просто меню. Реле, в смысле, умное, на... с Ethernet Shield. Так. Ну, соответственно, сюда мы добавили библиотеку ping. И кое-какие изменения произошли в параметрах. К сожалению, изменения такие, что параметры стали несовместимы с предыдущей версией, поэтому вам придется заново перенастроить модуль. Я потратил некое время на попытку импортировать старые, но понял, что мое время дороже стоит, чем эта возня машины. Еще какие изменения произошли? Значит, в главный класс базовые добавлены функции pause watchdog, resume watchdog, reset watchdog. Это watchdog самого AVR. Вот, теперь есть возможность его использовать. По умолчанию resume использует 8-секундный watchdog. Если мы в течение 8 секунд не сделаем reset watchdog,
или же Pause Watchdog, который ее поставит полностью на паузу, то модуль весь перезагрузится. Вот, зато мы как бы можем избежать подвисания кода с каким-то там дополнительными левыми библиотеками. Вот, используется это, соответственно, ну, например, в лупе ставится Watchdog на паузу. Значит, здесь делается maintenance Ethernet, если у нас DHCP используется. И если мы используем пинги, то делается попытка пропинговать клиент. Потом Watchdog, значит, возобновляется. И дальше идет основная обработка. Проблема в PubSub Client Connect, который, если у нас MQTT брокер недоступен, там секунд 10-12 пауза, которая точно вызовет срабатывание Watchdog. Вот, значит, функция MQTT Reconnect, соответственно, Watchdog тоже отключает в начале и включает потом. Если вы будете использовать где-то в лупе свой дополнительный код, который теоретически может быть долгим, да, то ставьте в начале Pause Watchdog, а потом Resume Watchdog. Более того, не волнуйтесь, если вы Watchdog не используете, все равно можете использовать эти методы, они вам не повредят, даже в случае, если глобально Watchdog отключены. Вот, значит, из-за проблемы, которую я говорил, в 5.100 с сокетами и с ARP кэшированием, пришлось что сделать? Четвертый сокет, последний, я использую для NTP, для обновления времени, там, UDP, соответственно, сессии, и для пинга, независимо от того, был ли он использован системой, то есть он принудительно будет закрыт, поэтому веб-морда, в принципе, может испытывать некие проблемы. Вот, многопользовательском доступе. Ну, какие многопользовательские доступы? У вас 4 сокета, это смешно. Более того, один сокет висит у вас как веб-сервер. Если вы MQTT использовали, еще один сокет тоже занят, у вас остается 2. Значит, третий будет на любого клиента. Вот, четвертым мы, соответственно, иногда пользуемся для пингов. И поскольку используется JSON, да, то фактически, скорее всего, тоже не будет использован третий снова, а, возможно, будет добавлен четвертый. То есть никакого многопользовательского интерфейса доступа по сети на V5100, в общем-то, организовать довольно бессмысленное занятие. То есть можно как-то там будет работать, но будет то одного клиента отбивать, то другого. Ничего, в общем-то, хорошего в этом нет. Вот, так что вы должны понимать, это ограничения аппаратные, и никак их не обойти. Вот, давайте посмотрим, как все это выглядит. Значит, запускаем. Ревизия параметров вторая. Вот, 131 адрес у меня. Так, имя пользователя, пароль. Все было указано в предыдущих роликах. Вот, значит, что изменилось? В основной закладке Ethernet добавился Watchdog глобальный, аппаратный, вот, который можно включить или выключить, и Watchdog по пингам, которым можно выключить весь, либо выбрать пинговать ваш гейтвей, то есть если у вас сетевой интерфейс выключен, то тогда у вас будут потери, либо какой-то конкретный айпишник, который вы можете указать. Ну, то есть здесь гугловский, например, используется сейчас. Значит, сколько у нас пинг-интервал, как часто мы... Давайте 15 сделаем. И сколько нужно потерять этих пинг-интервалов, чтобы плата перезагрузилась. Значит, если мы 15, значит, через 2,5 минуты потери пинга у нас будет перезагрузка. Ну, оставим как есть. Вот. И второе изменение, которое произошло. Значит, NTP-сервер теперь задается IP-адресом. Значит, по умолчанию используется ru.pool.ntp.org. Если вам нужен какой-то другой, то пропингуйте его и введите сюда. Почему это сделано? Потому что, значит, опять же, из-за малого количества сокетов getHost by name не срабатывал через какое-то время, и, соответственно, NTP больше не удавалось обновлять. А при этом UDP, в общем-то, работает. Вот, решено было именно таким образом, но, в общем-то, за неделю никакого там другого красивого решения я не нашел. Остальное все такое же. Вот, ну и по-прежнему плата умеет, значит, поддерживать там кнопки, расписание,
Если использован RFID, то, соответственно, можно вводить ключи. Первый добавленный ключ будет использован как мастер, и можно будет без веб-интерфейса, в общем-то, добавлять ключи. А в сенсорах у нас до 4, ну, это константа, ее можно в коде поменять, DS1820, которых можно обозвать и сделать взаимодействие по превышению или уменьшению температуры ниже нижнего порога. Вот, и, ну, логи и рестарт, все, в общем, все как обычно. Так, значит, сейчас что у нас? Да, когда вы поменяли параметры, хорошо бы плату перезагрузить. Но у меня, в общем-то, я ничего важного не менял. Так, смотрим, что у нас в логах творится. Ну, пока все хорошо. То есть, смотрите, она, естественно, реагирует на нажатие кнопки. Вот, на, соответственно, веб-мордочке. Я сделал логирование. Если включили систему через веб-интерфейс. Все это в МКТТ тоже прилетает. Обрабатывается обратная связь с МКТТ. Вот, с ключами. Вот этот ключ у меня... А, нет, этот ключ у меня какой-то был. Второй реле он включил. Какой-то у меня не задан. Это третий включил. Четвертое. Это первое. Вот, а этот ключ еще не был добавлен. Соответственно, его можно либо добавить, либо, по крайней мере, на него, вот, как видите, не срабатывает. Ну и мастер-ключ у меня уже плохо работает. Вот, плата сейчас там лихорадочно мигает светодиодом. Сейчас она может работать без веб-интерфейса. Ну, давайте мы мастер вот выключим. Вот, как это все настраивать, есть в предыдущих роликах по этой теме. Так что не надо меня здесь спрашивать, ой, что да как. Вот, код, в общем, такой же. Так, ну и самое важное, да, давайте отключим сеть. Значит, у нас каждые 15 секунд идет пинг. Вот, один пинг мы потеряли. Еще через 15 секунд дальше будет. Так, температура поменялась. Вот второй пинг потеряли и так далее. Так, восстановить соединение МКТТ он пытался, обломился. Через 30 секунд оно попытается повторить снова. Вот, плата сейчас снова стала доступна. То есть, как видите, у нас аптайм пошел. Вот, все, пинги у нас, если мы еще один потеряем, снова начнется единица отчет. Как только их стало бы 10, плата бы перезагрузилась. Единственная перезагрузка выполняется тоже с помощью watchdog. Вот, поэтому если вдруг модуль завис, его нужно бы как-то аппаратно сбросить. Это не про... Это он соединился снова с МКТТ-брокером и все свои значения выбросил у него текущие. Вот. Если нужен аппаратный сброс, то надо мудрить, конечно, уже с пином reset и, соответственно, притягивать его к земле каким-то пином. Вот. У меня проблем с повисанием Ethernet Shield не было, я поэтому отладить это не могу. Ни на работе с другим, ни с дома с этим. Как бы у меня полутора суток все это молотило, никаких проблем нет. Но были люди, которых действительно, я охотно верю, что модуль вообще глючный, страшно. У них были проблемы, вот, им бы хорошо как раз этот код проверить, насколько пинговалка гейтвея, либо какого-то внешнего адреса, да, спасает положение, и как в случае перезагрузки удастся ли все это проинициализировать обратно. Вот, код будет, естественно, под видео. Вот, как я уже сказал, из-за того, что добавлен watchdog глобальный, если вы добавляете свой код, то имейте в виду, что больше 8 секунд вам нельзя нигде тормозить, либо же временно паузите watchdog, а потом возобновляете его. Вот. Либо отключите его в глобальных параметрах, но как бы таким образом вы можете где-то повиснуть, и модуль у вас так и останется в этом непонятном состоянии. Вот, NTP, да, пришлось тоже переписать руками. Так, с вашего позволения это сброшу. Вот, библиотекой NTP Time с помощью на сокетах
Потому что стандартная реализация через UDP, там нельзя дать на вход конкретный сокет, а я использовал один и тот же сокет для NTP и для пинга последний. Вот, таким образом, как бы мне удалось обойти проблему ARP-кэша. Ну, в общем-то, на этом, наверное, все. Вот, надеюсь, это было интересно и полезно. Дерзайте, творческих всем успехов, до свидания, до новых встреч.